Погромче сейчас сделай. Говори. Слава Украине. Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас поменяли отзыв. Раньше был героем славы, а сейчас Байден Зеленскому прислал notice order заменить героем славы отзыв на Ukraine has to be split apart. Не слышал? Нет. Ну вот в телеграм-каналах это за Hot News, свежая новость. Давай потренируемся. Я тебе говорю, слава Украине. Не отвечай. Ukraine has to be. Повторяй да, за... Да? Повторяй за мной. Ukraine has to be. Окей. Ну я тебе говорю, слава Украине. Ты мне отвечай. Окей. Ukraine has to be. Слава Украине. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Да это устаревшее, что я говорю, сейчас новое. Ukraine has to be split apart. Повторяй. Я все правильно навекажу. Слава героям слава. Ладно, не троллишься. How you doing? How are you, papa? Nice. Ukraine has to be split apart. Do you agree or disagree? Disagree what? Why? Ukraine has to be split apart. Ukraine has to be split apart. I don't understand. Talk to me English. Yeah, it's English. Ukraine has to be split apart. I'm here in Lviv now. Where are you? Lviv. I'm from Kharkov. Have you heard about Kharkov? Kharkov? That is too far in Lviv. Kharkov is the second large city in Ukraine right now. Maybe it's the largest in Ukraine. You know Bogofil? You are really from Lviv right now, or you are kidding me? Лохушка, kidding. Повторите. Не, я назвался слава Украине. А, Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас заменили отзыв. Раньше был героем славы, а сейчас Ukraine has to be split apart. Вместо героем славы нужно отвечать Ukraine has to be split apart. Давай потренируемся. Я тебе говорю, слава Украине. А что не в телеграм-каналах прошло? Давай потренируемся. Я тебе говорю, слава Украине. А ты повторяй за мной. Ukraine has to be. Я не разумею вас. Чего ж ты, а Гарета в Украине английскую мову разумеет. Ну ладно, не разумеешь. Не, я не розумію українську мову. А ви можете мені пояснити, розказати, як це, що про що ви зараз балакаєте, розказуєте мені? Ну, перевести мені, ну... Да ладно, не при... это так, тролінг був. У тебя є вопроси какие конкретные ко мне? Отвечу, без тролінга. Не, нема, нема. Ладно, давай. Не, нема, вопросы ти вижу, парень хороший, я тебя больше не буду троллить. Ладно, давай. Повтори. Слава Украине! Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас заменили отзыв. Раньше был героем славы. А сейчас отвечать нужно. Ukraine has to be split apart. Ой, ну вы дуже добре розмовляєте на англійський, чесно. Понял. Давай потренируемся. Я тебе говорю, слава Украине, а ты повторяй за мной. Ukraine has to be split apart. Напишите, будь ласка. Не, ви кажіть, я повторю. Ну я тебе говорю, Ukraine has to be, повторяй. Ви, якщо хочете поважити свою страну, так говоріть на рідній мові. Він сказав слава Україні. Ні. Ні. Але він сказав you щось там to be. Давайте, я говорю слава Україні, маленький героям слава. Это раньше так було, а зараз отзыв замінили. Зараз Ukraine has to be split apart. Хто його замінив? Голова. Хто? А ты что по-русски говоришь? Для меня ваша мова не родная, а для вас родная. По-русски? Кто тебе по-русски в рот будет давать, брат? По-русски. Ну-ну. Да. Я российскую не говорю, я говорю украинскую. Ну ты да, вот твой друг по-русски начал говорить. Значит, ты размовляешь российскую, а с какой стати я должен на телячьи с тобой размовлять? Я понимаю вашу мову, в школе учил. Теляча – це російська мова. Ну, як ти що? Якщо ти мені кажеш, щоб я розмовляв українською, так сам розмовляю українською, то ти розмовляй на міжнародному язикі.
На одном из международных. Международный, это английский. Вот по-английски разговариваю. Let's speak. Let's start conversation in English. I'm okay. What's about you? I'm fine. You're a nice boy. Okay. Але краще давайте на українській. Зачем? Так він говорить, він сказав, давай. Так він не говорить на російській. Better we shall have conversation in English. It's international language. Ми малолет. Ти восхищаєшся тим, що ти вивчив англійський і живеш где-нибудь за границей. Ти дуже сильний і, блядь, дуже такий в себе удовлетворений мужчина. Все. Тебе надали комплиментов, пошел нахуй. Уже ушел. Ну, уходи. Листай дальше. Я же тебе говорю, Ukraine has to be split apart. Повторяй за мной. Ukraine has to be split apart. Ложки. Повтори, зависло немножко. Слава Украине. Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас заменили. Раньше был отзыв героям славы, а сейчас надо отвечать Ukraine has to be split apart. Не слышал? Не ну вот так и что, новость по телеграм-каналам прошла. Байден прислал notice order Зеленскому заменить отзыв героям славы на Ukraine has to be split apart. Давай, Я чув другу новину. Ну, рассказывай, какую. Знаешь, яку? Давайте старим підарасам в рот, блядь. Ага. Щоб вони давилися, нахуй, не пиздили. Давай потренируемся, я тебе говорю, слава Україні, а ти отмечай, Ukraine has to be split apart. Слухай мене, дивись, я тобі можу в рот натикати, блядь, хіба що. Зарече. What does mean Rus? What? Where are you from? Where was you born? I was born in Kharkiv. To Slav Ukraine. Ukraine has to be split apart. Знаете, сейчас заменили. Байден прислал notice order Зеленскому и заменили. Чтобы заменил. Еще не заменили, но на днях. Вместо... Мужчиночка, я вам кажу слава Украине. Вы чуете меня? Я вам отвечаю. Раньше был отзыв героям слава. Сейчас иди будет отзыв заменен на Ukraine has to be split apart. Не слышали? Иди нахуй, старая пердло. Понял? Ну ты сиполка тернопольская. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не искушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские это какой, чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали в 1922 році. Воронежская область. А в 22 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну, уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. А вы не знаете, не спокойно? 60 километров от кордону с Польшей. Ага. Як ви думаєте, яка це може бути область? Сумська? Сумська область між
що я з Польщі? Не смієтеся? Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра совместный стрим. Как шел с ним? Мы сделали украинскому городу чиновник. Италец! Да. Украина, которая... Да, все же. Группа клиническая.